Итак, всем привет, я вам расскажу про... Ну, оказалось, хотел показать вам про вот этого бегемота, но оказалось, еще есть животные. Вот такой, это эффект пасы, что я днем обещал вам показать вечером. Вот. Что он умеет делать, бегемот. Там еще был турикат. Это из плотного пластика. Потом вот такой павлинчик идет. Они, и такие белые штуки для кукол, они подходят будут. А вот эту вот, взяли ее, тупо выкинули. А я ее взял на площадке, там было переломанные игрушки. Там в ней вот эти было вставлены штуки. Вот такого вот конструктора. Вот такие штуки. Меня еще или оторвал, я еще на кукле лол. Я бы этот конструктор запретил бы. Кому надо такой конструктор, покупайте у меня на Авито. Что такой конструктор? Это пони, я не знаю, оригинальный, не поддельный. Это ночь. Тут месяц, такая ночь. У меня такая шарнина голова, и куда-то еще крепилась. Тут я и подкрасил все, что надо было. Бу-бу. И вот такой динозавр. Кто знает, что это за динозавр такой, напишите в комментариях. Вот. С тремя пальцами сзади и спереди. Ну вот, все, всем пока. Я вам как-то показывал про динозавров. Кто помнит. Все, всем пока, подписывайтесь, всем пока.